Как спалось? Нормально все? Хорошо? Кушать тебе надо, да? Прям кушать? Ну, сейчас принесу. Вот так теперь у малыша Игого начинается каждое утро. На завтраках хапка сена да питательная каша. За рационом гнедого красавца следят тщательно. И воспитывают новичка ласково, но строго. Ты пить хочешь? Нет? Точно не хочешь? Заберу. В конный клуб Дивногорска Игого привезли в конце декабря. Он, считай, вытянул счастливый билет, иначе замерз бы в одиночестве на севере. Брошенного на произвол судьбы жеребца подкармливала вся игарка. Но чтобы спасти от холодной смерти, его пришлось срочно вывозить. После вольной жизни малыш теперь привыкает и к стойлу, и к новому распорядку. Мы с малышом уже знакомы, даже виделись, и при всем желании трогать я его не буду. Все-таки характер у него своенравный. Вот его любимой вкусняшкой морковкой покормить попробую. О! Не так уж и страшно. С чужаками конь осторожничает, но нрав показать не стесняется. Временами презрительно фыркает. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, его даже объезжали. Но последние лет 5 седло Игого не носил. Теперь и этому тоже придется учиться заново. Он контактный. В принципе, довольно безопасно себя ведет. Но мы, конечно, неопытных людей не разрешаем никому с ним пока общаться. Только я и моя помощница... Наш второй тренер, трогаем его руками, потому что он пока еще может сам поудивляться. И невзначай, не то чтобы он там захочет кому-то сделать плохое, а случайно может или неаккуратно взять лакомство с руки. Малыша Игого с любовью чистят, а пышную гриву не просто причесывают, плетут косички. И это не баловство, а своего рода конная медитация. Это для него, это манипуляция, ему приходится постоять, потерпеть меня рядом. Акапелла, гипноз, гамма. В конном клубе живут 23 лошади. Все как на подбор красавцы. И у каждого своя, часто непростая история. Вот, например, ласточка. Ее тоже когда-то спасли инструкторы клуба. В свое время она была списана со спортивной школы из-за болезни легких. Мы ее забрали к себе из жалости. По большому счету, она у нас тоже особо не занимается. Она у нас такая, наша душа. Она вот гуляет с нами рядом, общается с ребятишками. А вот Игого гуляет, так сказать, за руку с инструктором. Порезвиться его не отпускают. По привычке может ускакать. Сейчас клуб собирает деньги на электроизгородь, чтобы конь из игарки мог тоже волю побродить по пастбищу. Анастасия Тили, Павел Потылицын, Енисей. Новости.